Ребят, всем привет! Собирались ехать в гости к Стасу и Ксюше, но чуть-чуть поменялись планы, и поэтому мы, раз тут рядом были, короче, зайдем в магазин. Мы уже просто выехали. Да, да, мы уже тут практически были. В общем, решили нам все равно... заехать в Home Goods. Да, нам надо тут кое-что купить, посмотреть. Шторку для душа. Да. Кис, я нашел столовый прибор для Эмили. Как раз ее хотим уже вилкой, да, учить? Да. Как раз для Эмили. Ну, ложка, это просто вау. Ложечку за папу. Ножик, спасибо. Реально ножик. Вот это ножище просто. Да, возьми его в руки, чтобы размер понять. Повернись на меня. Ты что, режешь лисичку? Скоро Хэллоуин. Надо? Эмили такая, ты что, мать? Кис, я нашел. Мне кажется, только вот здесь. Да, мне вот понравилось, как в отеле, знаешь, такие двойные. Тебе нравятся такие? Ну, можно. Вот тут еще есть занавеска. Конечно, красиво, но что-то вообще не практично. Угу. Но просто вода такая, что... Жесткая. Жесткая. А вот там внизу вся... Ну, очень быстро обмывается. Какая-то розовая становится. Из-за минералов. Смотрите, что делают животные. Корова му ба. А свиньи делают ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Ля-ля. На самом деле они делают оньк-оньк. А собаки, смотри, делают раф-раф, типа раф-раф, понимаешь? Угу. Мяу. Хоть кошки так же делают. Еще делают, некоторые собаки делают ву-ву-ву. Мяу. Квак делают гуси. Утки делают квак, понимаешь, квакают они. Вот, кстати, хэллоуинские костюмы, про которые я вчера вам говорила. Вот тыква детский. Это кто? О, это лев. Решили дать Эмили попробовать какую-то пюрешку замороженную. Это какая-то прикольная пюрешка. Это по-моему очень вкусно. Это что-то, что-то, что нужно, что-то, что нужно хранить в холодильнике. Что-то пошло не так. Оба. Брокколи. И как бы она вот так вот ест. Мне кажется, ты уже устала, да? Ребят, напишите, пожалуйста, ваши дети, когда едят, такие же чистые? Эми, посмотри на меня. Эмили, посмотри на меня. Ты моя чистюля, да. Чистенькая такая, брокколи ешь, что-то запиваешь пюрехой какой-то. Она еще у нее не получается. Да, еще вот перевернула, сюда вылила. Да, она, можно сказать, первый раз сама берет эту пюреху. Не можно сказать первый раз. Но она, нет, сегодня с утра же еще ела. Ты все? Дай, пожалуйста, маме. Так, ну размажь рукой-то, как? Я как чуть-чуть ты? Еще будешь? Она еще, кстати, забирает, главное, все, и не дает. Ну, Катя пытается выдавить ее в рот. Она как бы соску-то поняла, вот эту что, штуку надо в рот брать. Простите, а что выдавливать, простите, не может разобраться. Жмет ее всякому. Скажет, мама, научился маме есть, а теперь пытается меня накормить. Да, и Катя пытается такая надавить, она сразу говорит, отдай, я, говорит, сама. Представляешь, мы сейчас сидим, ну, где-то в кафе, в ресторане, и вот она вот так выглядит. Да, смешно. Ну все, давай. Ты нам выдавить хотел. Хочешь?
Эми. Сегодня будет, короче, весь влог, как Эмили кушает. Вы просили? Получайте. Ну такое мы сами видим впервые. Да, доча? Ты сама впервые эту штучку видишь? Классически. Ну сегодня. Давай, дай вот так вот дай блин. Давай. Там уже ничего не осталось. Нет, там если прям подавить конкретно, можно еще. Отдай, говорит. Я сама все хочу. Ты молодец, ты молодец. Ты сама стоятельная. Да, молодец, кушаешь сама. Ты сама стоятельная. Надо этого еще поела брокколи, кашку и морковочку. Спасибо, дочь. На тебе волосы погладил. Угу. Ты что, может, все? Налила себе кипяточек. Хочу попить чай. И мы купили новый, какой-то вот такой вот Тивана Бич Беллини. Пахнет он просто божественно. Он без кофеина. Хочу показать вам, как он выглядит. Так прикольно. Прям видно, что настоящий чай. Здесь какие-то сухофрукты, цветочки. Прям прикольно. Это, мне кажется, кусочки ананаса. Сейчас попробую. Мы уже пробовали, покупали вот такой вот персиковый. Он немножко ромашковый. Сейчас покажу тоже. Вот видите, там прямо ромашки внутри. Он такой немножко успокаивающий. Тоже неплохой. Это сейчас интересно очень попробовать. Здесь еще, смотрите, видно цедру апельсина. Ну и цветочки, и еще что-то. Вкусный чаек. Одобряю. Больше мне вот этот нравился, чем предыдущий. Вообще сегодня какой-то странный день получился. Сначала планировали в гости поехать, не получилось. Потом пришли в магазин, ничего не купили. Это, конечно, похоже на очень на нас. Можно было поехать в другой магазин, там посмотреть вот эту шторку для душа. Но надо было срочно вернуться домой, по работе кое-что сделать. И... хоп, и уже просто как бы вечер. Еще у меня просто что-то с глазом. Видите? Не знаю, почему он красный. И почему? Непонятно. Эмили? Что? Кстати, в комментариях предложили нам вот эту коляску оставлять на улице. И как бы я даже не представляю, как ее можно оставить на улице. Во-первых, там пыль. Жесточайшая пыляка вообще. Ну там же люди ходят и ее могут забрать себе. Нет, вас не воруют вещи, если вы на улице оставляете. Ну, это же ее видно, ну, как бы, не знаю. В принципе, она нам здесь вообще не мешает. И Эмили очень редко к ней подходит. Прям вот, ну. Вообще, она раньше подползала? Обычно нет. Мы сказали, что не надо, и она больше не лезет. Да. Вообще у нас сейчас будут такие домашние вложики. Постараюсь поснимать какие-нибудь, может быть, интересные рецепты. Хочу сделать расхламление гардероба. Ну, как раз убрать летние вещи и осенние, зимние достать. Нам сейчас надо как бы посидеть дома, поработать. Потому что через... скоро, в общем. В общем, скоро совсем. Через неделю. Ну,
Почти через неделю, да? Через неделю, один день. Мы едем в путешествие на целую неделю. Вот это тоже нужно все распланировать, собраться. Будет классно. Вот, так что вы ждите. Ну и само, знаете, вот это планирование путешествия тоже очень много времени, сил занимает. Мы сейчас вот в эти дни все забронируем и расскажем вам, куда поедем, что хотим посмотреть. Ну вот я обещаю, вам будет тоже очень интересно просто даже сидеть на диване и смотреть. Ну или там, не знаю, в кресле. Прям... Заинтриговал вас? Подписывайтесь на канал. Да, если вы не подписаны, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить эти видео. Сейчас будет самая интересная часть этого видео. По вашим запросам будет трехминутный ролик, как Эмили ест. Мы как бы сами просили, пожалуйста. Да. Так что всем приятного аппетита. И всем пока-пока. Пока-пока. Thank you.